Всем привет! Я Ксения Волохова, и если вам нужна телеведущая, то это я. Берем фантазию, добавляем аналитического ума, но не перебарщиваем. Во всем должна быть мера. Немного сарказма нам не помешает. Красота и индивидуальность не будут лишними. Добавим перчинку в виде жесткости характера и неуемной тяги к профессионализму во всем. Подсолим отсутствием опыта, но он дело наживное. Со скоростью цунами взлетела Нюша на третье место и удерживает свою позицию уже которую неделю. Если сравнить название композиции с природным явлением, то это «Затишье перед бурей». А значит, поклонникам творчества Нюши стоит чуть больше отправить смс на номер 1122, и певица непременно вырвется вперед. Селена Гомес снова с нами. У знаменитой исполнительницы Селены Гомес начался год с двухнедельного курса реабилитации в клинике Медоуз. У звезды обнаружились осложнения со здоровьем и состоянием психики. Однако уже на выходных певица выступил на сцене State Farm Arena на фестивале Border Fest в штате Техас. В белом наряде Селена выглядела ошеломляюще и была в хорошем расположении духа. Такому ее состоянию способствовало то, что перед концертом она была в компании своего бойфренда Джастина Бибера. Сегодня водолеем можно начать реализацию крупных домашних проектов. Ремонт, строительство, переезд. Или наоборот, отдохнуть и восстановить равновесие. Сделать то, что хочется. Порадовать себя и близких покупками. Для удовлетворенности жизни нужно соприкоснуться с красотой, роскошью. Занимайтесь своей внешностью и здоровьем.